В Ханголасском районе стартовал 4-й республиканский патриотический слет учащихся и молодежи. Нынче мероприятие посвятили Году молодежи и 75-летию воздушной трассы Аляска-Сибирь. На торжественном открытии в Малой академии наук побывала наш корреспондент Виолетта Засимова. Масштабное ежегодное мероприятие характерно тем, что в нем принимают участие активисты юношеских военно-патриотических клубов со всей Якутии. С каждым годом слет набирает все большую популярность, и нынче был зафиксирован рекорд по количеству участников. Такие мероприятия, как наш слет военно-патриотических клубов, сегодня востребованы. К нам приехали представители 12 муниципальных образований, 26 команд. Участвуют представители Верхоянского улуса, Тампонского улуса, наших городов Нерюнгри, Алдана, Алекминска. Вот. Поэтому география достаточно расширилась. В этом году работают два направления – юная армия и юный спасатель. В программе армейская эстафета, соревнования по тактической стрельбе, метание гранат, турнир по лазертагу и квест-игра. Предусмотрена образовательная программа по истории вооруженных сил Российской Федерации, ознакомление с военной техникой и зрелищные показательные выступления сотрудников противопожарной службы, МЧС, Росгвардии и кинологического центра МВД. Ну вообще, как тебе атмосфера вот слета, как проживание, организация, участие? Хорошо. Атмосфера как бы военная, мне она привычна, в принципе. Все ходят по форме, строевой этот шаг. А будущее ты с чем хочешь связать? По этому же направлению пойти или это просто какой-то опыт? Нет, я хочу связать свою жизнь с военным институтом. У тебя уже есть наметки, куда поступить? Да. Ну, либо в Рязань, либо в Москву. В конце участников ждет итоговое испытание – экзамен на право ношения малинового берета юнармии, состоящий из трех этапов – стрельбы из малокалиберной винтовки, пробной сдачи нормативов «Готов к труду и обороне» и военизированной полосы препятствий. Участники направления «Юный спасатель», набравшие наибольшее количество баллов, войдут в состав сборной команды Республики Саха-Якутия и будут представлены на участие в других всероссийских соревнованиях. Виолетта Засимова, Александр Ярков, НВК «Саха», Ханголас.